За ноябрь заплатили по полной, а в декабрьских квитанциях числится долг. Несколько тысяч кировчан оказались в такой ситуации. Речь идет об оплате за газ. Почему в должниках оказались те, кто все оплатил, и что с этим делать, расскажем далее. Это съемки с камер видеонаблюдения в абонентском отделе «Газпром Межрегионгаз Киров». Сразу после получения декабрьских квитанций кировчане отправились в офис компании, чтобы разобраться в том, почему они получили квитанции с долгом, хотя в ноябре оплатили указанную в расчетках за газ сумму полностью. Да. А история началась еще в июле 2018 года. «Газпром Межрегионгаз Киров» расторг абонентский договор о приеме платежей от населения с компанией «Вятка-связь-сервис», средства, которые горожане заплатили через пункты приема за ноябрь, на счет ресурсоснабжающей организации не поступили. В отсутствие договора мы считаем, что компания «Вятка-связь-сервис» не имеет права принимать платежи населения. Кроме того, в отношении этой компании в арбитражном суде находится заявление о банкротстве. В этой связи мы считаем, что оплата за газ через эту компанию влечет для абонентов повышенные риски. В этой ситуации больше всего страдают льготники, поскольку как только образуется задолженность по платежам, действие льготы автоматически прекращается. Чтобы избежать предъявления пени и взыскания долга через суд, необходимо оплатить квитанцию полностью. Как только деньги от «Вятка-связь-сервис» поступят на счета ресурсоснабжающей компании, долги будут списаны. В квитанциях пользователи увидят перерасчет. Расплатиться за пользование газом можно через банки-партнеры. Подробная информация указана на официальном сайте «Газпром Межрегионгаз Киров».